MasterCard предоставит услугу возмещения средств для пользователей криптовалют. Как сообщает Cointelegraph, компания подала заявку на патент в Бюро по патентам и торговым знакам США, USPTO, под названием «Инфраструктура инновационных транзакций». Цель инициативы – изучить возможные способы реализации этой функции и облегчить процесс возврата при транзакциях платежей. Компания MasterCard также предлагает создать услугу, которая позволит пользователям выбирать адрес кошелька для возмещения. Представители компании отметили, что эта система поможет значительно облегчить и ускорить возврат платежей в рамках приложения.